Жестко тут просто. Мне две капельницы ставили. Я думала, я подохну. И мне вот этот вкус этих креветок до сих пор даже остался. Вот. А я ела грибы в эту ночь, когда мы гуляли с Томой. Грибы, мясо. Я ела баклажаны. Все, короче, очень жирное было. Так как у меня гастрит, а мне это вообще ничего нельзя. Ну, я жрала то, что я не могла. Это даже и не скажу, что я ела. Я просто поглощала еду, потому что я была очень голодная. Германия, привет. Добрый вечер, добрый. А, да пофиг, фильтр слетает. Ну, мне пофигу. Я просто не знаю, какие тут фильтры вообще есть. Я вообще не накрашена, и мне, честно сказать, так пофигу, видите, вот и без фильтра сейчас. Вот, поэтому, честно сказать вам, я вообще не заморачиваюсь. Ну, с фильтром покрасивее буду. Привет, привет. Как дела у Крис Лисковец с Глебом? Вы общаетесь с Крис? Я общаюсь вообще очень прекрасно. Это настолько верный человек, друг. Девчонка, не знаю, просто человек по жизни. Ну, короче, она очень классная. Честно сказать, я не спрашиваю про личную жизнь. Вот мы болтали по видео, но я не спросила. Ну, не хочу я лезть, что. Мне главное, что она моя подружка, и я могу ей довериться и положиться вообще в любой ситуации. То есть я как-то ей писала, звонила, мне резко она нужна была. Она через секунду прям вышла на связь. Что надо, быстро, быстро. Крис Лисковец — это просто неимоверный друг. Ну, таких, короче, надо поискать. Ты красивая, классная. Прям сказать, ты лучше, я тебя не люблю. Спасибо. Если вернешь на проект, то к кому? Конечно, никому, одиночкой. Вы что, гоните, что ли? Конечно, одиночкой буду. Скорее привет огромный, булочка. Спасибо. Тетки уже давно ушли из проекта, о котором про тебя говорили плохо. И просто мне это поздно доложили. Понимаете? Ну, честно, это настолько тупо и низко, когда взрослый человек, который прожил там жизнь, родил ребенка, несет такую чепуху. Я просто рассказала своей маме. Ну вот прикиньте, моя бы мама опустилась до такого уровня. Начала бы оскорблять там эту Аню или кого-то там еще. Ну к чему? Если она ее знать не знает, как можно оскорблять человека, если ты его в глаза никогда не видела просто. Ой, короче. Как говорят, горбатого могила исправит. И то не факт. Нет, с Бухичем я не общаюсь, я на нее обиделась, потому что я ее вообще в последнее время не узнаю, не понимаю. И Энджу не хочу плохого говорить, но для меня это очень странное ее поведение, поэтому мне похеру. Ай, спасибо большое. Да, спасибо. И можно мне еще это повторить? Угу. Спасибо огромное, спасибочки. Да, и можно салфетки, да, и приборы. Спасибо. Я заказала поездку. Спасибо большое. Thank you. Так, я вам сейчас покажу. Вот моя еда. Пюрешка и овощи. Мне тут еще розочки подарили. Вот. Потом сейчас буду кушать. Булочка, на проекте ждем тебя. Надо чистоту навести давно. Ну вот я думаю, да. Думаю. Но я когда просто услышала, я думала, что я там поубиваю всех на свете. Я была очень сильно злая. Просто как можно оскорблять человека, которого ты, блядь, не знаешь? Я попросила приборы. Куда они пошли? Почему мне приборы не принесли? Excuse me. Ага, спасибо большое. Да, спасибочки. Ага. Угу. Спасибо. Я буду, короче, есть. Как к расставанию Купиных относишься? Ну,
Что я вам скажу? Блин, попросила не острое, мне пипец какую сделали острую пюре. А, извините, пожалуйста. Молодой человек, а я попросила вашего коллегу, чтобы мне не острое сделали, а мне прям перца в пюре добавили. Прям так. Подожди. Мощно. Ой, пипец. Фу. У меня аж огонь сорта, я вообще острое не ем. Ни хрена себе. Прям пипец, какая острая пюре. Тут прям куски перца, прям видно. Я прям ее взяла и прям это. Ужас. С Машей. С какой Машей? С Давыдовой или Кахно? И с той, и с другой общаюсь. И что, они заменят пюре? Ну, я не знаю, наверное, заменят, потому что я такую есть не буду. Во-первых, я все ем не острое. Все. И как бы я не первый раз в этом кафе. Я попросила прям не острое, 10 раз сказала, что без перца, без всяких специй. Мне сказали, да, конечно. Булка, ты только сможешь. Привет из Днепра, привет. Да, в Турции все любят с перцем, они тут с ума сошли, они везде добавляют перец, я везде прошу, чтобы мне вообще ничего нигде не добавляли, прям прошу, ну вот, видите, просила я сейчас, но принесли пипец острое такое, я взяла эту вилочку картошки, это овощи нормально, а пюре вообще ужас, у меня аж до сих пор, знаете, в горле вот, нет, с Бухенвалдом не общаюсь. Просто Кристина очень изменилась. Это ее личное дело, жизнь. Ну, как бы... Ну, короче. Не суть даже, не хочу уже тему это обсуждать, уже разговаривала. А мне сделали, знаете, очень острое пюре, прям пипец. Острый. Вот овощи нормально, а пюре, да, видите, тут аж куски перца я взяла, а у меня аж этот, знаете... Острый? Да, тут прям перец. Потом, я знаю, это не острый, потому что это черный перец. Да, а я не хотела с черным тоже. Овощи можно оставить, а пюре переделать, пожалуйста. Очень острое просто. Что я могу делать, если... Да, спасибо большое. Их задрало, мне кажется. Разговаривает по делам. Разговаривать по делам. Я сижу, пока одна ем. Короче. Под меня вообще много кто косит. Вплоть до моих подружек, знакомых. Это я уже заметила давно. Поэтому мне похер, кто там косит на проекте под меня. Это же круто. Вот. Ну, если не переделают пюре, ну, ничего страшного, я не расстроюсь. Ну просто, говорят, это же черный перец. Я просила вообще без всяких перцев, без ничего, даже без соли. Что непонятного? Блянска, ты классная. Официанты по-русски говорят, некоторые на турецком, некоторые по-русски, некоторые по-английски, по-разному. Самое красивое место. Слушайте, красивых мест очень много. Но я была недавно на водопадах, я вам не выложила ни одну сториз, я вам выложу, просто забыла. Я снимала кучу видео. Водопады очень красивые, очень. Блин, еще есть один ресторан такой видовой. Там тоже очень красиво. Очень. Капец, ты похудела. Да, 40 килограмм. Просто камера, она как-то полнит. Все равно я крупнее в камере кажусь. Вот, а так вообще похудела сильно, да. Ты знаешь английский язык? Ну, так, разговаривать могу. Не прям супер-пупер. Ну, объяснить там,
понять могу. О, спасибо большое. Спасибо. Ну что они сказали? Мы можем сделать. Спасибо большое. И можно просто мне хлеб? Хлеб, конечно. Да. Да, спасибо большое. Сейчас ли вместе... Хлеб? Можете еще сейчас. Спасибо. Если пройдешь на проект... Ой, слушайте, не спрашивайте про это. Я, если пойду на проект, то только чисто... Чисто из-за этого. Вот. Метр 66 или метр 67 у меня рост. Пюре переделают. Молодцы. Уже ты их косяк. Не мой. Я 10 раз сказала, не смотри. Хорошо. Без перца, без ничего. Раньше у тебя были аппетитные формы на Сейшелах. Я была жирной. Нет, я не одна в Турции. Вы что, я что, совсем одна в Турции? Я бы тут с ума зашла одна. И так скучненько. Короче, я куда в Турции не зайду. Я везде требую это все не острое. И, наверное, они думают, что я такая вредная. Ты не была жирной. Для меня я была жирная. А что тебе раскладывай? Потому что тебе это нужно? Мне не нужно, но я, знаете, очень справедливый человек. И тетки, которые меня не знают и вообще в жизни не видели, что-то там пиздят, во-первых, за моей спиной, а не в глаза. Во-вторых, знаете, клевету надо прекращать. Потому что так раз, два. И человек обнаглеть будет на всех нести. Таких надо ставить на место. Захаровой, да, общаюсь. Я сегодня собиралась с ней встретиться. Спасибо большое. Пожалуйста. Я сегодня собиралась с ней встретиться. Не встретилась, потому что на ногтях была. Максимальный вес